Привет, друзья! Привет, друзья! Сегодня у нас рубрика «Лего-самоделки». Да, наконец-то! Сегодня у нас домашний формат, мы никуда пока не идем. Вот, да. Но в следующем видео мы обязательно, у нас будет выезд, да? Да. И сегодня у нас такие две темы. Первая, ну давайте мы, наверное, покажем сразу самоделочку, да? Вот такой вот. Это самоходный кран на гусеничном ходу. И он сделан из арктического вездехода. Да, друзья, из арктического вездехода. У нас уже был такой набор, арктический вездеход. То есть это как бы стандартный набор из коробки, который выпускает Лего. Вот, и этот кран сделан сугубо из деталей этого набора. Ну, вот. Ну только веревочка. Ну да, веревочка там была покороче, тут, поскольку надо груз опустить на землю, то мы сделали ее по... из простой веревочки. Да. Да? Да. Эту самоделку сделали не мы, а сделали ее по инструкции, которую уже сделали до нас. Она так и звучала, как модель С из набора «Арктический вездеход». Номера, простите, я не помню. Номера, в смысле, этого набора. Как мы нашли эту инструкцию? Мы ее случайно нашли на сайте LegoShake. LegoShake — это такой аналог Brickset. То есть есть такой международный сайт Brickset, где вы можете, ну, заведя свой аккаунт, можете, ну, пометить уже готовые наборы, регистрируется сколько у вас деталей и что вы из этих деталей можете собрать. И есть вот, мы случайно чисто нашли этот legoshake.ru. Это такой русскоязычный аналог, вот где, ну, в доступной форме, то есть вы там помечаете, какие у вас уже есть наборы, и там в разделе Лего самоделки вам выдает, что вы из этих наборов можете собрать. Ну и не только Лего самоделки, а и готовые наборы Лего. То есть бывают такие случаи, когда у вас уже есть такое определенное количество деталей, с которых вы можете делать не только самоделку, но и какую-то готовую конструкцию от Лего. Но мы вот решили собрать, то есть у нас точно хватало детали вот на вот эту штуку. То есть там есть разделы, где то есть с соответствием с цветом. То есть, ну, бывает такое, что есть деталька, но она другого цвета. Ну и там все эти моменты, нюансы помечаются. Вот в описании будет ссылочка на этот сайт и также на Brickset. Ну, на Brickset я, ну, зарегистрировался, там очень так все запутано, можно сказать. То есть, конечно, если поразбираться, можно разобраться. Но вот этот LegoShake, он попроще. Хватит болтать, да? Угу. Будем показывать, что тут у нас есть, расскажи. Вы, кстати, заметили, у нас есть вот такая поверхность. Специально натянули для гусениц. Потому что, как вы знаете, видите, так она здорово ездит. Да, рассказывай. Он ездит на гусеницах, только немножко тяжело. Да, тяжело, потому что... Ну, в наборе «Арктический вездеход» был малый поворотный стол. То есть, ну, вот такую большую, как бы, конструкцию закрепили на малом поворотном столе. Поэтому она, ну, как бы, немножко люфтит. И сами гусеницы для него, ну, можно сказать, великоваты. Но для его устойчивости они как раз. Ну, вот этот момент перехода, он как бы маленький. Поэтому момент игры... Ну, надо найти такую точку, где вот удобно его перемещать, и он не будет сильно проскальзывать. Ну, и проскальзывать, и, скажем так, отламываться, да? Угу. Да. Ну, рассказывай дальше. И у него поворачивается башня. Угу. Только груз ним. Ну, груз летает, да. То есть можно поворачивать руками. Ну, есть вот тут еще ручка, ручкой как бы дольше поворачивать, конечно, но она есть. То есть факт наличия налицо. То есть, ну, легче, да, рукой. Дальше, что еще тут есть? И дальше тут еще опускается стрела. Да, тут вот через актуатор в наборе
было два актуатора, и вот один из них использован. Ой. Да. Все. Вот это вы можете увидеть, что вот такой угол опускания. И тут. И вот у нас такой есть грузовичок. Стой, груз. Ну а дальше получается нужно опускать, да, трос. Чик. Все. Ну еще опусти, чтоб я мог крюк. Опусти, опусти. Ага. Все. А, ну тут, наверное, желательно сделать потяжелее крючок, потому что, видите, ниточка так гуляет немножко. Ой. Ой. Перебор, да? Угу. Перебор, самобор. Да. Ну, то есть из управления, как вы уже поняли, то есть поворот башни, подъем стрелы и что? И подъем крюка, да? Угу. Ну, подъем и опускание. Ну, в принципе, я так думаю, что можно его еще там улучшать, моторизировать, но это уже будут детальки не из арктического вездехода. Вот, ну, в принципе, на этом сайте там много интересных самоделок из Лего, как я уже говорил, из Лего Систем, Лего Техник. Вот, вы можете посмотреть, найти для себя много интересного. Тут, кстати, вот есть еще, ну, стоппер для крюка, то есть, чтоб... Если его вот так вот, то крюк не будет раскручиваться. А если тут какой-то груз, то он, да, будет быстро раскручиваться. Вот так. Самостоятельно, да? Угу. Да. И ну, вот. На мой взгляд, очень классная штука. На мой тоже. Ну, единственное, конечно, вот неудобство с ездой. Ну, в принципе, такие краны, они, скажем так, не гоночные машины, да? То есть на них гонять не надо. А, ну и, да, забыли. А ну, поставь стоппер. Сейчас. Да, и вот тут, получается, с этой стороны у нас кабина сделана. Тут даже есть рычаги. В принципе, на это кресло можно даже мини-фигурку посадить, да? Угу. Здесь мини-фигурка строителя. Но он там, конечно, не держится. Будет выпадать. Ну и... выхлопная труба. В принципе, можно поставить даже пятерочку, да? Угу. По пятибалльной системе. Ну, друзья, и, да. И да. Можно еще двенадцатку. Двенадцатку, ну да. Это кто когда учился. Ну, друзья, спасибо, что смотрели наш обзорчик. Подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите наши следующие видео. У нас появился S-Brick, и будет много интересных видосиков, да? Мы уже его испытывали, и после этого видео выйдет видео испытания S-Brick'а, да? Угу. Ну, первого испытания, то есть там будет много, много интересного. Так что ставьте лайки, подписывайтесь. Пока-пока! Пока-пока! Пока-пока!